Вот мы приехали в поселок Лесной. Да, да, мы сейчас приехали. Только к дому подъехали. Мы только приехали. Сейчас Андрей сдаст назад и поедет к дому. Вот и тут домик. Это вот мостик тут у них идет к дому. А что, мешки вам привозят? Вот посюда таскаете их? Да. Что думаю? Отличный домик у вас. Сейчас еще вовнутрь посмотрим. Холодно, нельзя начинать. Так, Нестор, давай, держи. Хорошо, сейчас. Вот это, перчатки сними на всякий случай, повернешь. Давай помогу. Все, смотри. Так, за что посмотри. Ну, а я иду на другую сторону. Я могу бежать даже сюда. Было дело. Левее. Ну не для вас же. Укусит, надеюсь, меня не укусит? Нет, не укусит, это добрый. Она же вот помнит, как дали. А, да. Да, хороший. Согласен. Это тебе просили передать, ей. О, это Илья. Нет, тетя Надя сказала сразу не пользоваться ей. Надо ее согреть, чтобы она погрелась. Я сказала, что сразу пользоваться. Закрывайте двери, Валь. Не темно там? Так, дядь Володь, вы сейчас все равно будете есть. Валь, вода опять не идет. И сразу будет. Не, на улице не надо, что? На улице. Узнаем, где. А, так, вот он, вверх. Включи свет вот здесь, на кухне. Куда нести-то? На кухне. А куда ставить? Ну вот сюда поставить. Я не знаю. Ну давай, занесем. Швабру убери. Ой. Давай, вниз. Тебя вниз, значит, ты вперед. Так надо бы с нами тоже. Хотя я бы... А, упали. Вы уже разберетесь. Так,
Нельзя по этому линолеуму укатить. Так, давай сюда. Угу. Так. Вась, поднимай, мы тут пододвигаем. А что делать? Пододвигать. Инька, смотри, у меня план такой. Эту плитку поставим вот сюда. Ну, конечно, мысли не очень интересные. Да, было бы хорошо, если бы вот эту убрать. Тогда куда ее двигать? Вы там еще с отцом посоветуйтесь. Ну, да, поставим его перед фактом. Здесь, пожалуйста, свободу, да, подождать надо. Выключи, я уже все утро жду. Ну, еще подожди. У нас иногда в колодце вообще воды и под водой нет. А здесь кто спит у вас? Девчонки. Девочки, да? Это девчачья комната. Там наша комната. У нас, правда, кровать получше. У них покупная, у нас папа вырезал. Она уже лет 5 стоит. Да она старше меня. А, нет, не старше. О, красиво. Это кто у вас? А это щенки бегают нас. Синочки? Даля родила недавно. Мы их уже раздадим скоро. Они вот недавно глаза открыли. Мои руки, мои руки. Они что, тебе глаза мозолят? Ну ладно. Нет. Все, пошли тогда. Тихо, аккуратнее. Вот его не роняйте, его не роняйте. Все же собаки, только размером поменьше. Они еще гавкают, понимаешь? О, вы на лыжах ходите, что ли? Да. Я на коньках катаюсь. Ну что, хоккей играю. Давай. Ну ладно, давайте с Богом. С Богом. С Богом. Далее. Слава Христу. Вот, смотрите, это мы котел у нас такой. И кот греется, да? Котел вот такой вот. Здесь дрова ложим. А это бложка. Ее блоха зовут. Блоха? Да. Человек. Вот у нас такая шутка дома есть. То, что у нас по дому бегает полуторакилограммовая блоха. А люди такие пугаются. Говорят, что правда. Да мы говорим, да нет. Ну, это все сороки ваши, да? Да. Это что у вас, баня? Да. А ну, что, боюсь, второй этаж для чего сделается? Да, второй этаж что-то у нас подразумевалось то, что... Комната отдыха или что-то там вроде. Не помню, какой у папы там был смысл для нее. А эта машина че? Я же говорю, соседа. А, соседа. Вот когда приезжает, кстати, у нас, вы знаете, летом большой такой полигон получается. Угу. Вот ну, когда вот здесь стоит, здесь все трава прорастает на солнце. Представляете, как поляна тут. Большая и широкая. Ну что, пойдем. Здесь машина ждет. Вот так вот, слава богу.